Всем привет! Сегодня у нас ферма, с вами механик и Алекс Фреш. Всем привет! Наконец-то мы вдвоем и добрались до нашей затопленной техники, которую мы уже третью серию пытаемся достать. Надеюсь, что сегодня все-таки нам улыбнется удача. Да. Подожди, я сейчас прыгну в зеленый. Но он задом не смог поехать. Кто? А привода полного нет у этого трактора. Шафер. Нет, так ладно. На номерах написано... Что? Что там написано на номерах? Ну, вот тебе послание там. Тебе послание. Сейчас я покажу. Послание нам всем от Алекса Фреша. А, интересно. Спасибо. Интересно. А ты подписывал номера? Нет. Вот здесь же нормальный номер, видишь? Ну, читал, ты ферму назвал, я думаю, она может там... Нет, нет, ты что? Это чистый рандом. В него можно сесть, и он, в принципе, поворачивает туда-сюда. А ты этим штреком двигай. Я двигаю, но я думаю, что надо, чтобы ты подъехал с тем трактором, и у него стрела выдвижная, и попробуешь меня поднять. Кстати, а может быть взять противовес на него? Потому что в прошлой серии, когда тебя не было, я пробовал, но ему не хватало веса, его переворачивало. Ну, противовес ты не возьмешь. У него нет зацепа для противовеса. Сзади, почему? Сзади можно повесить. Сзади это для прицепа, а не для противовеса. А что, противовес туда не вешается, думаешь? Я конкретно честно, на этот повесится. Я честно не знаю. Где ты там? Не в ту дырку ехать. Хотел заехать. Да управление тут, блин. Так ты не в ту дырку едешь. Друзья, нам все-таки пришлось покупать участок, как вы сами понимаете. Потому что других вариантов нет. Кран не прокатил. Нет-нет-нет, что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты на меня сейчас упадешь. Да, понятно. То есть надо самому выезжать. Да я думал, ты сбоку подъедешь вот оттуда. Сбоку? Конечно. Как? Ну вот где он стоял? Да подними стрелу. Вот сбоку, где он стоял, откуда ты выехал. Вот оттуда попробуй. Она выдвигается. Там она криво как-то выдвигается. Ну иди садись ты на зеленое, а я на красный сяду. Давай, на этом дерьме ездить просто. Не умеешь просто. Себя не уважать. Права купил, как говорится, не умеешь ездить. Так, ладно, сейчас я подъеду. Ты садись на зеленый, сейчас будем штрекать оба трактора. По идее, может что-то и получится из этого. Я почему-то был уверен, что можно прицепить сюда этот. Ты говоришь, что нельзя. Ладно, я доверюсь тебе, ты все-таки фермер поопытнее, чем я. Так, я что-то маленько подзастрял тут. Что ты говоришь? А может надо было побольше разрыть немножко? Так оно не разрывается побольше. Так, что за фигня? О, все, кажется, да. Так, сейчас как-то будем что-то делать с этим. Вот так и... Есть какие-то там что-то, нет? Не, ничего нет. Вообще пофиг. Вообще пофиг. Даже штрек не хочет работать. Давай. О, что-то пошло, нет? Что-то есть. По-моему, ниже провалился, нет? Не, мне кажется, ниже там уже некуда, там УАЗик. Захватывай, за колесо хватай. Сейчас. За то, которое ближе к тех вот. За другой хватани, который ближе. Да не могу. Ну тебя же опускается эта фигня вниз, ты можешь, так она не все, хочешь. Она все уже. Назад чуть отъедешь, штрек. Я пытаюсь. Во. Это филигранная работа, понимаешь? Ювелир. Да, жаль не Саша. Я даже... Не, вообще не купаю. Мне кажется, я сейчас перевернусь здесь. Переворачивайся. В принципе, не жалко.
Мне кажется, пора отъехать и чуть земельные работы провести. Ну давай, давай, попробуем. На самом деле мы уже проводили, как видите, теперь у нас выезжает вот этот трактор. Ну, почти выезжает. Ну, выезжает. Но тем не менее, все поверхности мы не можем убрать. Почему-то не дает нам такой возможности игра. Сейчас тоже продемонстрирую. Убираем планировщик и убираем занизить. Как видите, вот эта гора не уходит, вот этот бугор не уходит. Скорее всего, из-за того, что техника очень близко расположена. Mm. Вот здесь вообще ни в какую, хотя странно, почему здесь не уходит. Ты дотрагивается ж колесами. Не, в том-то дело, что ты практически же, как сказать, да как есть. А, ну ладно. Не, вот здесь вообще ничего нет, и там тоже не получается никак. Не, так оно ж полоска-то уголка-то идет вглубь, а в глубине-то лежит-то. Ну. Еще как бы жига и УАЗик. Не, я это понимаю, но вот здесь, допустим, видишь, никто не лежит вот в этом месте. Вообще же никого нету. Ком? Ну вот здесь рядом с правой стороны от трактора. И тем не менее ничего не получается. Да тут все углы соприкасаются. Да как? Вот здесь посмотри, вообще же ничего не соприкасается. Вот этот бугор. Вот здесь. Ну вот этот бугор. Какой? Ну вот этот, где ты стоишь сейчас. Тут же вообще, ну, абсолютно ничем не касается. Так. Что? Близко плоскость это, наверное. А, ну возможно. Я вот здесь пытаюсь сзади еще разровнять как бы максимально. Бабки улетают просто как в трубу. Ну а что делать? Что, они улетают даже когда не копаем? Нет, когда копаем. Слушай, вот здесь сбоку удалось немного. Ну тоже, наверное, это мало чем поможет. Хотя, может быть, с того бока попробовать еще подъехать. Так, если мы вот это используем. И здесь еще уберем немного. Может нам попробовать туда растения какие-нибудь посадить в яму? Это значит засыпать, оно будет ниже падать, да? Да. Так, ну смотри-ка, вот что-то. Что вроде, да? Ты пробуешь трекать, а я буду этим трактором вертеть. О, давай, дело хорошее, пробуем. Да рядышком хоть что-то там где-то может подтянется там как-то. Самое главное, чтобы внизу там не это, не проштрекалось. А то не проштрекается, там все лежит. То нет, в плане упадет уже это еще ниже, если вдруг. Так, ну я здесь сбоку как бы занизил. Может попробовать... Знаешь что, подожди, я сейчас попробую тебя толкнуть в другую сторону. А ты там не спустишься, тебе надо плавнее спуск сделать. Почему? Я спущусь. Или я подняться не смогу, ты имеешь в виду? Ну да. Ну это уже аргумент. А кажется, как будто смогу. Ну я поверю тебе на слово. Как, так нормально? Вроде да, ты же там видишь, как делаешь, не? Ну, в том-то дело, что я что-то не могу понять, какая она. Колесиком ты же можешь опустить. Нет, вверх, я, вниз. Я понимаю, что я могу опустить, но наклона-то не видно самого. В смысле, нет, ты колесиком опусти. Нет, так я... Как тебе объяснить? Угол обзора такой, что я не понимаю, насколько крутой склон. Вот я кручу, я не понимаю, типа, круто здесь или нет. Вот... Так вот примерно, да? Сейчас попробую здесь немножко подровнять эти неровности, чтобы я тут сильно не застревал на тракторе. Так, по-моему, я там лишнюю подровнял. Вроде как, мне кажется, я смогу тебя там маленечко, да? Подтолкнуть с той стороны. Вдруг ты упадешь? Ну, вдруг ты упадешь в эту сторону. А это уже будет неплохой задел на успех. Наверное. Я не специально.
Слушай, ну у меня не работает почему-то. Вот тут есть фигня склон, как делать, она не, у меня не пашет нифига. У меня что-то не хочет работать нормально эта штука. А ты нажимаешь ее повторно? Потому что... Я его 40 раз нажал. А, потому что у меня типа вот сразу, как только оно работает, оно не работает. Надо еще раз включать. Нет? Я не достаю до тебя? Ну, я не вижу, чтобы что-то менялось. Не пашет, а, нифига. Откинься в ту сторону. Нет? Это в другую? Да, в другую. Блин, нет, я не достаю. Я просто не достаю до тебя. Это максимум. Пипец. Вот это загнали. Я не уверен, что я вообще выйду теперь отсюда еще сам. Может упасть просто на тебя сверху с какого-нибудь? Где-нибудь вверх? Да. Тоже ничего не даст, да? Все кажется вроде так близко, а по факту ты понимаешь, что тут огромное расстояние. И никаким образом невозможно достать. Ну, есть у тебя мысли какие-нибудь по данному поводу? Что мы вообще можем сделать? Кран не прокатил. Да что ж ты будешь делать-то? Давай выезжай, алло. Вообще не пашет эта фигня. А, скорость замедлилась, ядрить колотить. Блин, я упал на бок. А. Да камон! Угораешь? Я не могу выехать теперь отсюда. Так ты ровно выезжай, нафиг ты боком выезжаешь. Ну, типа я пытался ров. Все. О, я развернулся. Вот видишь, я колеса выпрямляю, он начинает падать. Угу. Давай, давай, давай. Тоже, конечно, спорный вариант. Типа, что он нам даст этот трактор сейчас? Я не знаю, мы уже все разрыли здесь и вообще пофиг. Почему? Ну, так-то да. Ребята, вы должны видеть наше мучение. Потому что это... Вы должны понять, что это непросто. И в знак поддержки было бы круто, если бы поставили лайки. Больше лайков. Еще больше лайков, хотя бы 3 штуки. О, я почти выехал. Давай-давай-давай, я сейчас там подрываю сзади. Думаю, что меня можно штрекать уже. С какой стороны только? В бой куда-нибудь штрек. Штрек? Сейчас, нужно выровнять здесь, сзади тебя. Ты видишь, что я творю? Да, хорошее дело. Делаешь хорошее дело, продолжай в том же духе. Смотри-ка, выезжаешь. Оп. Выезжаешь, обалдеть. Как ты это делаешь? Это просто невероятно. Как тебя проштрекать? Как проштрекать тебя? С какой стороны тебе штрекать? Уже тут колеса лишние получаются, да? Да. Лишние. А ты забыл, что их ты ей ставил? Да, они ведущие, нет, я не вижу. Все ведущие колеса, все абсолютно ведущие колеса. Так. Ой. Что-то пошло не по плану, да? Слушай, подожди, подожди, я сейчас попробую. Я пробую штрекать, пока ты выезжаешь. Возможно, что-то. Что-нибудь. Что-нибудь, you know? Блин, нет. Вообще. Кажется, скукожился. Ты пошел на дно. Так. Блин.
Все было довольно радужно, как флаг одной организации. Блин, вот эти горы просто скалы, которые не убираем. Слушай, ну ты скукожился. Да, все. Скукожился опять, да? А как? Подожди. Ну, по крайней мере, ты развернулся вроде как. Ну, как бы да, как минимум. Может быть, мы попробуем скрестить наши шпаги? Не поможет. Ты же помнишь, что она не работает. Не работают, да, шпаги? Так, как же нам быть в данной ситуёвине? Ситуёвина, конечно, не из простых. Так. Я опять в строительстве тогда ударяюсь. Тут еще надо... Везде надо делать занижение. Вот как будто приору занижаю. И... Ну хоть чуть-чуть бы, да, убралась эта скала, и все. Сразу был бы успех. Ну, походу, реально, из-за того, что там внизу еще машины. Они, скорее всего, мешают. Так, ладно, пробуем. I help you. Now. Так, сейчас, пойду помогать. Сейчас, как помогу тебе, сейчас, вот так вот. А ты цепляй прямо вот, сейчас я его пущу к тебе. Поверну. А ты цепляй прямо туда, где, там, где у меня эта фигня зацеплена за морду. Сейчас. Ближе подъезжай. Да не толкай. Ты ж толкаешь. Сначала отъедь, открой, потом... Вот сюда? Немного. Не-не-не, вот там, где вилы цепляются эти. Тут? Вот механизм, в этот механизм нужно, да, цеплять. Подъедь сначала нормально. Да он не дает здесь подъехать. В смысле не дает? Вот как ты спускался, вот так и подъедь, а ты сейчас стоишь боком как-то. Ну потому что у меня стрела же не поворачивается, она у меня вместе с колесами передняя. Ну вот как спускался, так и подъедь. Вон по следам, видишь, как следы там? Это вообще не мои следы. По следам. Да блин. Ну что он выехать-то здесь не может, ёлки-палки. Накопали своих этих ям канав. Так. Да блин, камера то ближе, то дальше. По-моему, хрустно, да? Что-то пошло не так. Тебе было, да, вот в обратную сторону вывернуться? Да. О, поднимай наверх. Поднимай наверх. Не видишь, не хватает мне веса. Давай, выезжай сюда. Я газую куда-нибудь. На меня колеса выверни. Я выверну. Такое ощущение, что ты меня дальше заталкиваешь. О-о-о! Тащу! Так, надо стрелу выше поднять. Заклини еще раз, попробуй сильнее заклинить эту штуку. А куда ты отъехал? Блин. Выскочила. Нет, эта штука, она не хочет. Так. Вот это сложные манипуляции, да? Сложнейшие. Просто хирургическая точность нужна. Так. Как там, блин, её? А. Правый. Да. Зажимайте, наверное. Да.
Нет. Это фигня, короче. Да, не закидывай меня дальше. Ты меня сейчас дальше завалишь. За колесико попробуй взять. Возьми за колесико. Да нет, за колеса они прозрачны. Попробуй. Давай. Но оно как бы упирается, как бы. Открой посильнее этот. Она не открывается. Все это максимум. Ну тогда наштрекивай. Ровненько туда раз и этот. Во, газ в пол. Что, она сама сгибается? Да. Ну ты лишь прозрачная, так оно, блин, упирается в них. Какие они прозрачные нафиг. Ой, ну ладно, что докопался. Не могу ниже опустить этот хобот свой. О, ну подожди, подожди, подожди. Подожди, 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 подожди. О! О! Ну-ка, ну-ка. Давай, выезжай уже. Выезжай, блин. Оп. Вот это нормально. Оп. Сломалось у меня это. Гусак этот. Гусак сломался. Так, мы будем сегодня на колеса вставать или как? Оп, оп, видал? Чисто видал. Профессионализм. Так, опускаем еще, выдвигаем, 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 поднимаем. Не да, надо благодарности. Просто. Не, вот. Поднимай снизу, вот под вилы под эти. Вот под вилы надо поднимать, да. Только поровнее стань. Я хоть так чуть в твою сторону подверну. Да, блин. Это под низ просто. А ты разгибай свой этот хобот свой. Ой, прям по центру под вилы туда и все. И потом их опрокидывай типа на себя вилы. Без зажима. На себя это через верх, что ли, конечно? Ну снизу и через верх. Тащи наверх. Во, давай, давай, тащи еще. И назад газуй. Не вперед. О! Назад, назад газуй. Да ща. Газуй назад. Газу. Да блин, не надо было назад, надо было вперед. Слушай, сейчас вытащим, наверное. Еще раз так же надо сделать. Вот смотри, прям на тебя смотрят, бери цепляй. Не надо назад, надо вперед. Во, оп. Хоботком, хоботком своим. Давай, оп. Так, ну вроде он приштрекнулся. По-моему, тогда лучше зацеп был. Да. Фиг знает, что тогда было, но... Зацеп поднимай лучше. Наверх. Поднимай, поднимай, давай, поднимай. Выезжай. Я пытаюсь. Так. Бой с другую сторону повернуть. Стой, случайно. Подожди, подожди, подожди. Подожди. Оп, сейчас я вилами своими. Оп, я сейчас вот так вот, чтобы назад не улетел. Сейчас я отъеду. Хотя бы морду сюда вытащи. Сейчас. Я развернусь, сейчас еще раз спущусь. Я забыл, как управлять этой техникой. Все, морда здесь. А ты как, может, как крыса, типа, башку просунул и тело просунется. Ладно, ладно, сейчас вытащим тебя. Ты, главное, подожди. Сейчас попробуем сзади. Сейчас. Как они пролазят? Сейчас попробуем сзади. Жопа застряла. Да тут можно и спереди как-то цепануть его. Жопа просто застряла немножко. Так, ладненько. Сейчас я тебя так же подтяну, наверное. Поднимай свои эти. Ну ты куда? Только назад меня не затолкни. О, давай, штрекай.
Давай. Не-не, встань ровно. Чё? Да нормально, нормально, едем. А куда мы едем-то? Ты куда-то только что вперед проехал чуть. Так, я ничего не понимаю. Там коллизия дикая уж треков у этих. Мне кажется, ты меня сейчас обратно затолкнешь. Да, обратно. Дяденька, не надо. Подожди, ну я, наверное, тебя сверху этот... я тебя сейчас сверху попробую... Понял? Нет. Сейчас сверху тебя попробую. Сюда. Вниз прижать. Да, вниз прижать. Попробую. Назад. Назад. Во! Во! Еще раз так же. Тихо. Сейчас. Ну куда, куда, куда ты? Да я вперед газовал. Он сам назад скатился. Понял, ты пока дождешься, уже сам выехал. Давай, я уже выехал. Ой, ждал тебя, вот это, понимаешь? Я тебя вытащил, я вытащил. Помощи. Ага, помощи, я тебя ждал, уже надоело в яме сидеть. Вот это, понимаешь, сидел тут специально, типа, выехать не могу тут, понимаешь? Ага. Пока дождался, вот это. Чисто жук-носорог получается. Так, ну... Это, конечно, хорошо. Но как достать вот эти две штуки? УАЗика колесо запаялось. Куда? А то в жигу там. Давай, давай, газуй, 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 хорош. Да давай, давай, лопату бери, бери лопату. Сейчас толкаю, давай. Лопату возьми. Давай, давай, какую? Какую? Которую ты землю рыл? Она не хочет. Если не хочет, ты не пробовал. После того, как мы вытащили эту фигню зеленую. Отойди вообще-то. Дяденька, отойди. Ну ты там тоже же лежишь, как бы прохлаждаешь. Что, в машине как бы. А, это типа не считается, по-твоему? Не. Понял. Рядышком, рядышком там. Где только можно там. В принципе, как бы нигде. Надо крутить камеру, по ходу дела, и пробовать. Думаешь? Мне кажется, да. А я думал, нет. Ну, если нет, то надо садиться в трактор. У вас точно можно достать. Да. Я тоже так думаю. Потому что даже вот этот не убирается бугор. А он, по идее, вообще ни с чем не контактирует. О, что-то... Подубралось маленько там, смотри. Где что? А? Где что? Вот это. Я вообще не вижу, что что-то подобралось. Подобралось, подобралось. Правда, я там яму выкопал теперь. Но это ладно. Это можно сейчас заровнять здесь. Что там? Есть что-то? Шанс есть на успех? Не знаю, ходов подвески не хватает. На чем, на УАЗе? Да. Где там хода подвески, мне кажется, самые, пожалуй, классные. У него шрессоры повыкручивало в другую сторону. Так, ладно, я сейчас еду туда. Я буду выручатер. Выручайтер. Ну, у вас реальная достать, я думаю. Хотя... Абсолютно. Дырочка тут, конечно, такая себе. Узонькая. Так. Чё там? Я ничего не вижу. Я тоже ничего не вижу. Покажите ваши документы.
Какие ваши доказательства? Так, так не сработает. Я сейчас застряну здесь. Мне нужна помощь. Какая? Зеленым трактором прижми мою жепу. Прям крепенько. Нажать? Нажми, да. Сейчас я... Потому что я переворачиваюсь тут. Блин. Сейчас. Давай. Зажимать? Ну, вот, да, попробуй зажми. Не знаю, сейчас получится, нет? Все, я вывесился на тебе. Не, надо еще. Вот, вот так вот надо. Во. Выселся? Выселся. Мне еще надо вперед. Вот так. О, там УАЗик двигается, кстати. Давай сейчас пересяду, УАЗик буду двигать. Не, не достаешь. Ну так уж ты доставал уже. Слушай, пока тебя не было в УАЗике, он двигался. Ну, двигай. Так, нифига не вижу. Ой, что-то, что-то, по-моему, ну, тебе надо в другую сторону чуть повернуть фигню. Ох, 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 что-то. Штрекова, штрекова. Заштрекалась. Ой, я слетел немного. Зажимать? Ну, а я максимум, как бы, этот, я максимум, что могу там сделать, я уже сделал. Подожди, если вот так вот. Оп, чуть подвинулся, а ты его туда-сюда шевелишь. Ну да. А жигу заштрекать? Может, жигу проще будет заштрекать, как раз опускается к ней. А как я ее? Куда ее? Ты я не знаю, куда, не знаю. Это чисто спасение рядового Райана какое-то пошло. Не, жига вообще в недосягаемости для меня. Так, что-то я... Мне надо чуть съехать. Пустить меня в яму. Такое ощущение, что вот где колесо у этого УАЗика, слишком коллизия большая, не дает мне туда. Ну такая может быть, в принципе. Так, у меня сломало этот штрекальщик. Я, по-моему, переворачиваюсь. Его цепил, что ли? Я переворачиваюсь. Да не переворачивайся. Можно мне это, помощь? Организуйте, пожалуйста. Я тебя так держу. Внедрите мне немного помощи. Зад отъедите. Во. Так, как там? Выдвигаешь штрек и едь назад. Она у меня выйдет. Нет, я-то могу выехать назад. Я просто. А что ты говоришь, помощь нужна? Ну, я думал, ты поднажмешь, и я смогу. Видимо, нет. Куда? Ой. Куда тебе нажать? На жепу, куда же еще? Опускайте бачка. Нажал тебе на жепу. Так, сиди тут, пошел в УАЗ. Самое интересное, что УАЗ прекрасно работает под водой, по-моему, даже лучше, чем на земле.
охлаждается лучше. Да, движок помягче работает. Что, по-моему, что-то происходит. Да штек куда-то начинает задом ехать твой. А. Я думал, у вас едет. Ты в Жигист? Я тоже хочу погазовать. Так, ну так слышь, так это решишь, ты не дотягиваешься, а штрек-то в Жигу уперся. Нет, так я Жигу зацепить ни за что не могу, в общем. Они тут склеились, как собаки. О, смотри, смотри, начал ось ломать. Вот. Оп. Оп. Все, мост вырвется. А ты говоришь, ходов подвески не хватает. Ты глянь, какие тут хода подвески. Так, ну... О! Смотри, что. Да это я шевелю штреком. А, я зацепился, кажется, мостом задним, он поперек машины. Ой, все плохо. Че? Хьюстон, у нас все плохо. Где? Что случилось? Штрек там чуть-чуть. Я что-то тут как-то... Цепь. Застрял немножко. Вот это? Понял. Так. Ой. Что-то оно как-то... По-моему, ты вернулся туда, откуда сегодня выехал на этой красной штуке. Ну, красная штука, надо понимать, что она арендная. Самое главное, мы зеленый вытащили, потому что он покупной. И он, по-моему, недешево стоит, насколько я помню. Это в аренду стоит. Я тоже хочу что-то в аренду взять. Я сейчас пойду что-то в аренду возьму. Куда? Технику какую-то ищу? Да, пойду аренду возьму. А что, я тоже хочу что-то, деньги потратить на что-то. Все, я выехал. Уже у меня не едет задом. Попробуй выехать на зеленке на этой. Выйти из машины. Пойду что-то тоже в аренду возьму. Что-то интересное. Чтобы мы вытащили это? Ну, там, не знаю, придумаем что-нибудь. Ну, иди попробуй что-то возьми в аренду. Ну, кстати, штреков здесь много. Тут надо какой-то крутой штрек, чтобы он был длинный штрек. Ну, может, какой-нибудь супер мощный трактор. Ну, слушай, вот этот красный, это был самый мощный. Вроде да? Как. Ну, вроде. А насадка самая удачная или нет? Ну, посмотри. Я удачней насадки не видел. Насадка. Так. Фронтальный погрузчик, телескопический погрузчик, колесный погрузчик. Вот, допустим, возьмем колесный погрузчик. Это вот зеленый, как у нас, получается. Пипец они стоят. Слушай, ну нормально, хоть вытащили его. Или это средний трактор у нас? Вот, допустим, большой трактор. Что у него есть? Тут такие большие трактора есть, что, по идее, если была какая-нибудь цепь, мы бы просто зацепили и вместе с землей бы все вытащили. Но цепи нет. Ребята, к сожалению, цепи... Хотя... Я же не могу арендовать машину, мне пишут. А-а-а. Ты что, у меня права забрал? А ты, наверное, не это, не дал себе. Я могу купить. Наверное. Слушай, кто-то в комментариях писал, что где-то в этом в оборудовании есть то ли трос, то ли лебедка. Давай посмотрим, может реально что-то есть такое. На оборудование это где? Ну вот прицепы, типа в прицепах. Противовесы. Прицепы для жатки. Низкорамники. Я, конечно, сомневаюсь, но мало ли. Инструменты для мини-погрузчика нет. Для погрузчика нет. Слушай, ну куча всякого есть вообще. Фронтальный погрузчик. Заровнитель. А может нам заровнитель взять? Ну хотя у нас там ничего не насыпано же, да? Угу. Это если бы насыпано было. Так, пилы, упаковщик тюков. Просто все проверяю, типа, ну мало ли где-то это. Дизель-культиваторы. Вот это должно тебе нравиться, мне кажется. Потому что мне нравится. Ну нет, походу, да? Так-то в разном, наверное, это должно быть, но...
В разном такого нету. Большие мешки, тюки, поддоны. Перевозка. Может, нет, перевозки нету. Здесь тоже нету. И в грузовиках нету. Маки шикарные, да, тут? Макиши? Маки. Маки. Какие маки? Ну, грузовики, мак. А, угу. Ну, короче, я такого не вижу. Походу, нас немного надурили. Меня. Дай мне доступ на аренду. Я хочу машину арендовывать. А как я тебе дам доступ? Не знаю. У тебя и так вроде есть. Уволить с фермы я тебя могу. Сделать управляющим. Да. Купить, продать, все можешь. Все, нашел. Я нашел, что я себе хочу взять. Че там? Пикап какой-нибудь? Почти. Настоящий штрек. Давай, бери. Так, коттеджи, инструменты. Слушай, а помнишь, мы когда что-то строили, под какую-то постройку, как бы земля немного модифицировалась, так скажем. Понял, о чем я? Нет. Ну, помнишь, мы строили... Я не помню, что именно. Коровник, по-моему. И под него поле, оно меняло свой ландшафт. Может, нам здесь построить что-то, и оно поменяет ландшафт. Ну, ты же помнишь, там мы просто что-то снесли, там оно было это... Пока не понимаю, о чем ты. Дырень там была. А, так это здесь и было вроде. Ну да. Понятно. То есть тебе моя идея не нравится, я понял. Но идея хорошая. Я могу бочку бензиновую построить прямо тут вот на горе. Жалко просто 10 тысяч. Но прям на горе становится. Вот это же прикольно было. Надо было оценить юмор. Ну ладно. Что делать-то нам, а? Ребята. Не знаю, я еду на помощь. Но это неплохо. Мне кажется, Жига зацепилась своим этим багажником на крыше. Так бы выехали уже. На помощь едешь? А чё, она не пашет, что ли? Чё там? На, тогда покатайся пока что. На чё? Техника. Да на какой технике-то? Где? Ты ничего не привез. Ты пересядь просто и все. Ё-моё! А думал, она может шевелить. Вот этой штукой? Передней? Ну. А как это называется? Это лесная фигня. Слушай, а сзади мы не можем вот эту штуку взять? Сзади не лебёдка. Знаю, не знаю. Как это? Не работает оно? Ой, что же залагал у меня? А то я сделал купой. Чего? Ну, в аренду взял там. А, лесоэт? Слушай, ну классная штука. Но она выглядит очень сильно. Сильно, согласен. Раптор 300. Ты видел, как называется? Раптор 300. Нифига себе. Ты что-то обратно уже едешь? Ну, я хочу посмотреть на нее, что-нибудь купить, может. Извини, сначала посмотри. Я думаю, что на нее же фигня от леса нужна. Ну да, если ты говоришь, что это лесная фигня. Так, а где у нас лесная фигня? Оборудование для лесозаготовки. Прицепы какие-то. Что это такое? Лечу 80 км в час. Хорош. Не, слушай, что-то тут какая-то... Такое. Такое, мягко говоря.
не очень. Ну, там ничего подходящего я не нашел. Вот лебедкой я не понимаю, как работать. По идее, наверное, как-то должна, но походу нет. Но выглядит интересно штука, конечно. Но ты не поехал, потому что она едет 12 км в час, да? Ты такой, я посмотрел, что, оказывается, там ничего не шевелится, и я такой, типа, а, походу не то. Купил, но не то. Да. Но выглядит она потрясно. Как этот, как шерп. Выглядит very beautiful. Ты уже приехал? Да. Я перемещаюсь. Я делаю быстрые перемещения. Яма накопал такие, чё капец. А, не можешь это, да, пробраться. Ну так выровни. А эта штука опускается, что ли? Ну она же вниз, видишь, торчит этот штрек. Я думаю, что мы его сейчас прям туда, в самый низ, туда. Ну давай, давай. Сейчас его так вот вывесим немножко. Звучит как будто very beautiful. О! Пошла ра... О, нифига тут кабина разложилась. Гля, что творит, глянь. Нифигас. Нифигас. Дяденька, не надо. Вот дядь, что-то оно заклинило. Не-не, так ты все нормально. Плюсы крутятся. А, зажимать на мышкой надо. О, вот это ты хорош. Уже что-то... Вот это техникуя. На ты попробуй, что-то мне сложно немножко. Ничего, я просто не местный. А. Ой. Да куда ты, блин, собрался? Надо по-другому. Переставляй ее. Так ты ж за рулем. Жепой переставляй ее. Прям ровно жепой. Не боком, а именно жепой туда. Иначе... А, ну вниз, думаешь, опустит оттуда? Произойдет. Угла хватит, чтобы вниз опустить? Не знаю, сейчас посмотрим. Бля. А как вообще она вместо? А там на X, по-моему, все это запаковать, а потом поехать. Нет, я ее хотел опустить. Да, опустится. Вот. Нифига она длинная. Давай, запаковывай машину, переставляй как надо. По красоте, чтобы задом стояло. Видишь, как я быстро сложил? Ну-ну. Ну это ж я сложил. Ну-ну. Не ты. Ну-ну. Так, стань туда, куда я должен заехать. Давай. Ровненько? Да. Или как? Вот так, жепой подъезжай ко мне. Ровненько, да? Да-да. Надо так, короче, стать, чтобы жопу свесить, но чтобы эти палки стояли на земле. Еще. Ровней, ровней, выравнивай. Стоп. Так. Еще чуть-чуть. Чуть-чуть назад. Еще чуть-чуть. По-моему, там уже можно все. Чуть-чуть прямо. Стоп! Много. Попробуй палки разложить. Вот так. Вот так раскладывай палки. Идеально. Я просто боюсь, чтобы она не начала сползать, когда этот, ну. Да не бойся. Как там ее разложить? Когда Коля свистнет. Как там ее сложить? Да что-то левой мышкой туда штрекай в разные стороны. Зажми левую там. Не-не-не, что-то надо разложить ее, как-то она сложена. Она не доразложилась, что? Да, да не, она разложена. Нет. Левую мышку вперед, вверх. Да вот, не разложена она была, надо на Х было нажать. Ах ты ж Х. Ой, что делаешь, гадина. Ах ты ж Х. Хорошего человека Х не назовут. Согласен. Опускай. Уф, да ты чё, блин, Зиля, ты можешь понежнее там немножко? Мы его арендовали, знаешь, за сколько? Дешевле, чем того шерпа. Не хватает. Если не хватает. Ну, не могу угол загнуть такой. Подожди, сейчас. Я знаю, где хватит. О, вот так. О, вот. Что-то моргнуло. Чё моргнуло? Оранжат какой-то моргнул. Будто тачка там какая-то была оранжевая. На крайняк мы просто можем здесь сделать плавный спуск, сюда съехать, ой. И мы, получается, ниже сможем зацепить. Понял? Сейчас, я не соображу, в какую сторону надо. Слишком много этих надо. Опускай. Ты куда ты делаешь-то? Ты... Он сам! Я не понимаю, что происходит. Вот, смотри, я опускаю. Обласкал. И он и раз туда отводит сам, короче.
Нагрузка, походу, будет большая. Сам отводит. Нет, не хватает там, да? Чуть-чуть. Буквально не хватает. Сколько? Чуть-чуть? Ниже не дают опустить. Надо тогда этот ландшафт чуть поменять и опустить. Смотри, как быстро вот складываю. Короче, нужно делай, вот пожалуйста, дорогу. Ландшафт. Сделай, чтобы можно было, ты понял, между пиками засунуть эту, да, пику. Сделай, пожалуйста, по красоте. Ты вот это перфекционист, я знаю, что ты сможешь. А, нет, я не смогу, у меня аж не поднимается грунт. А там не надо поднимать. Делать тогда. Опускай его полностью. Куда опускать? Нам его поднимать надо. Ну, вот это выравниватель используй. Ну не пашет у меня ни черта, мне только опускать. Сейчас попробуй, попробуй сейчас. Ты на правую кнопку жмешь, когда поднимаешь? Да на все жму, оно нифига не пашет. Рядом с тобой не пашет? Вообще нигде не пашет. Тогда показывай, где ты хотел это сделать, потому что я не понимаю. Да просто вот, чтобы между пиками засунуть эту фигню, просто чтобы мы пониже съехали на машине. Именно где? Вот здесь. Ага. Или вот здесь. Чтобы мы подъехали сюда к пикам вплотную, но были, ой, выше вот этой дыры между пиками. Треугольника этого. Чтобы мы туда просунули эту фигню. Понял? Да. И тогда мы, получается, мы-то спустимся вниз немножко по плавненькой дороге. Иди чекай, нормально там, плавная становится. Где? Ну там вот я делаю. Между пик. Да ты лужу вообще как минимум сначала убери. А, типа поднять надо еще больше? Так я же говорю, чтобы мы заехали сюда и были выше. Чтобы мы на машине сюда могли заехать. Не, я понял, что на машине. Не думал, что прям настолько надо высоко. И плавный съезд надо сделать. Да это слишком ты высоко делаешь. Да ты зараза, блин, то тебе низко, то тебе высоко. А вот видишь треугольник, вот где они сочетаются, вот по него нужно делать. Я ж тебе говорил. Слушай, делай сам. Я не могу делать, оно не работает. Я могу сам сделать все очень быстро. Так, нормал? Тут и... площадочка вот ровненькую, типа, да-да-да-да-да, вот так. Выравни площадочку, ровненькую так, делай. Подожди, надо вот отсюда тянуть. Площадку, да, вот так ровняй. А ты чем, равнителем каким-то? Да-да. И делай туда заезд, чтобы можно было на фуре туда заехать вниз. Видишь, можешь, когда хочешь. Или хочешь, когда можешь. Неважно. 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 Съедет? Ой. У нас проблемы. Какие опять проблемы? Ты ж, блин, грунт поднял, я тут наштрекился. Блин, по-моему, нифига оно здесь не это. Есть, видел, там есть такая фигня, типа угол, типа ровный сделать. Оно ж как-то, наверное, может это там, калибровочку какую-то сделать. Так, как понять? Я нифига не понимаю. А, вот так что ли? Ух, не, не, нет. А, блин, отменить нельзя. Ёлки-палки. Это тебе не фотошоп, тут отменить нельзя. Короче, я не знаю, как там съедешь, но как-то съезжай. Вот здесь вот. Выезжать там как-то потом, да? Как-то потом выехать, да. Но она же арендная, пофиг вообще на нее. Её заберут. Что, все? Штрекнуть надо чуть-чуть. Где? А? Ну встань на колеса на эти. На X и потом обратно. Отлично. И что, поменялось? Ну, теперь убирай с колеса, езжай. О. А руль что, не надо выпрямлять, что ли? Оно все в воздухе висит, но висит на морде и на сраке. Куда я буду, по-твоему, ехать?
Я же тебе говорю, толкнуть надо. Вот он профессионал, блин, за рулем. Говорит, давай, езжай, я сейчас все получится, давай. Сейчас я тебя толкну. Только не бойся. Не бойся. Чуть-чуть. Буквально миллиметрочку. Вот так вот прямо штрекай. Да в лобаш не надо штрекать. Да надо. А вот видишь, я же говорю, чуть-чуть нужно. Ну давай, съехал. И штрекаешь. О, еще. Покатился. Давай. Лукай. Давай, пошел. Уф. Тихо. Там-то идеально ровная поверхность получилась, нифига себе. Я же тебе говорю, ты каким-то выравнивателем там походишь. Чисто вообще гладь морская. Еще застрял. Взад. Да я застрял, говорю. Давай садись, штребан. Давай, толкни. Штребани маленько. А куда ты, аккуратней давай. Во, я туда засовываю ее. Вот туда прям в дырку туда пихай. Любишь. Find blue eyes. Blue eyes? Иди садись куда-нибудь. Технику как туда сначала засунуть свой. А что, ты боишься, что в тебя случайно засунут? Жук. Хватай. Все, надо повернуть надо так. Ниже нужно. И щас, вперед. Да щас. Да еще ниже. Да еще. Еще. Да. Куда как ты крутишь? Рассетать-то? Рассоедини ее. Так. Во, крути вперед вниз. Вперед вниз. Вперед. Вперед. Да. Вниз там. Как ее выдвинуть? Ее выдвинуть как-то надо. Фиг его знает. Ты чуть-чуть не дотягиваешься. О, оно вниз. Да давай, не вижу. Да где я там? Тоже сам не вижу. Во, хватай, зажимай. В смысле, уже? Да, сжимакой. Так, жми. Сейчас. Оп, тащи. Жми наверх. Курчавенький. Жми этого курча. Тащи. Опа. Сорвалась. Подсек неудачно. Ты видел, что с этой произошло? Не. Я улетел просто вообще капитально. У меня просто вся машина в целиком улетела. Да в жигу пересяду в таком случае. Ну давай попробуем ее вытащить. Я не, да ты вазик тащи. Может вазик типа со мной типа тяжелый ты был. Ты думаешь? Ну ты же до этого говорил, что легче было так. Ну может быть это просто показалось. Да ты. Так, ну давай. Ты же не крестился. Посмотри, как там, как там. Давай, жми. Так. Зажимай. Зажимайер. Есть? Да, давай, тащи на себя и вверх. Давай, тащи. Только не разжимай. Ты как раз под этот, под мост передний взял. Так. Тащи наверх. Это трупа. Я тащу наверх, не работает. Тащи, вот. У меня этот, ман встал. Слушай, надо за колесо, по-моему. Не знаю, но там нормально было. У меня было ненормально. Как там? Ты чуть-чуть на себя, ты же в стенку уперся. Как вот так? Она же не может нормально опуститься. Как вот так? На себя говорю. Так. О, теперь жми. Ну сильнее схвати. Да все, больше не хочет. Ну тащи тогда, тащи. И не отпускай. Что-то разжалось вроде. А зачем ты разжал? Нет, так я не разжимала сама. Так тогда тащи. Тащи ровно, тащи. Куда ты в сторону тянешь? Ты в какую сторону? О, потянула не на себя. Штрек сломала. Так ты начал не ровно вытаскивать, ты куда-то потащил его в сторону. Да ты посмотри, что с машиной там происходит. С ней все в порядке, она даже может рулиться. Куда? Ну вон я повернул налево, направо, смотри. Да не с той машиной. Какой? С моей? Своей? Там мне вообще не интересно, что о, там с ней. Вот так вот сейчас зацеплю. Ну-ка. Давай. Оп!
Оп, за бумпер. Давай. Давай бумпер. Опа. Оп. Оп. Лох. Дядя, ты шо? Давай я тебе бензопилой сразу зарежу. По-моему, ты на пику точеную сел. Тебе так не кажется? Что ты сделал? О. Сел на пику точеную. Ну на пику что точеную, смотри, прям куда, прям. И шо теперь? Ну, походу, все. Давай я просто положу этому конец. Давай. Каким образом? Просто конец нашим мучениям. Клади. О, нормально. Вот это нормально. Мне понравилось. Так, согласен. Ну что, ребят? Ну считай, вытащили, в принципе, да? Можно считать. Можно, да? Считать, что вытащили. То аренда же пропадет сама, да? Потом, аренда через сама полгода. Пропадет. Мы потратили, знаешь, сколько? Ну, 1100. Ну, примерно. И посмотри, просто вот карьер разрывает тупо. Учитывая покупку участка и рытье, больше 120 тысяч ушло. И аренда еще. Тут только на аренду техники 20 тысяч еще заплатили. А, ну вот. А еще минус то, что как бы УАЗик был наш, а мы его продали за копейки. Блин. Ну короче, 150 тысяч смело. Мы сегодня в минусе, ребят. Значит, серия удачная. Надеюсь, вам она понравилась. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на все наши каналы. Их куча, и все есть в описании под этим роликом. И всем пока. Пока. Ребят.